Да видел, ты видишь, как его. Так, сегодня у нас сегодня. Я просто на дерево отвлекся. О! Ух ты ж! Ты видел? Я видел. 12 ноября 17 год, Харьков. Ёхалный в ёлки-палки. Ой, я еще. Не, ну гроза в ноябре, ну как это? В этом году было. Ух ты ж, ё-моё! Судя по звуку, она уже рядом. Не, ну в середине ноября грозы. Это. Ну да, это аномалия какая-то. И 30 марта я снимал тоже вот так с работы, вернулся. 30 марта была первая гроза. Тоже я за свою жизнь там не помню, чтобы в марте были грозы с молниями. И в ноябре не помню, чтобы грозы с молниями случались. Ну давай еще что-нибудь нам такое яркое. Подкинь, подкинь. Ну ветер, кстати, оттуда идет. Сейчас, может, сюда и догонит его. И молния нам тут прямо во дворе. Смотри. Потрясающе просто. Ну ладно. О! Видел? Да. Сейчас надо посчитать, сколько. Принести резину. Какую резину? Ну, резину. Если у нас. А у нас есть резина? Чуть я не понял, а где звук? А у нас есть резина? Пап. Какая резина? О чем ты, сын? Резина. Ого! Так это далеченько. Смотри, как можно расстояние до грозы посчитать. Я тебе говорил? Ну да, считаешь секунды. Правильно, после, да. А после грома? То есть свет доходит до нас практически мгновенно. 300 тысяч километров в секунду скорость распространения света. Но пренебрегаем, считаем, что мгновенно. Резина, на таких расстояниях. Резина не пропускает электро. Я тебе уроки жизни даю, крайне необходимые. Да пофиг. Как посчитать, да, оно тебе в жизни никогда точно не пригодится, но слушай ценную интересную информацию. 300 тысяч километров в секунду. Ух, о, ты ж, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, тридцать. 30, ничего того он уже прогрохотало. 30 уже даже затихло. 30 это получается. Делим на 3. Почему на 3? Потому что в одном километре. Ну это 10. 300, ну условно говоря, 333 метра в секунду — это скорость распространения звука. Соответственно, за одну, за 3 секунды получится километр. Делим 30 на 3, получаем 10 километров. Далеченько. Да, видно, уходит. Лады. 12 ноября 2017 год, Харьков. 50-я параллель. Ёльки-мотальки, северной широты. Ну ладно, бог с ним.